Слушайте, вот еще одно подключение. Вот к этой программе There's a whole bunch of fire trucks. That's what let me visit a citizen. One ambulance. Парашютист упал в Хадсон Ривер. И вот люди, которые очевидцы, они делают видео с этой и подключаются к программе Citizen. Какой-то парашютист упал, а я сейчас со своего телефона, так как мне опять пришло уведомление. Воскресенье сегодня. 1:20. И вот один... Я сделаю с видеокамеры на телефон. Вот человек прямо очевидец. Not really one. It is really if it was really one a parachute landing in the water. Was it a false 911 call? As we can see, EMS are leaving too now. Сначала один. And the police car. Сначала одно видео я смотрела. Сначала одно видео люди снимали с небоскреба, как бы не видео, а именно стрим. Стрим, что они показывают, что там лодки пытаются вытащить этого несчастного из гудзона. А это вот, видите, такие вот прыгающие головы. Вот это как бы люди онлайн как бы шлют такие. Так, вот он спешит, спешит. Он сейчас прямо подойдет к реке. Это другой уже человек. Причем, видите, с каким акцентом человек. Well, I don't know how strong the current is down there in this river. Ему if тоже. True. Видите, в нашем городе постоянно что-то случается. I'm looking top of the building just in case. But as you can see, fire trucks are leaving. Backing up to go back to the station house. So I guess my assumption is it was... Even the police board is leaving. Who knew? Он говорит так, как говорят жители Индии или Пакистана. It was a false 911 and the person get charged for I forgot what you call it. False alarm. But if it did happen, I hope that person is alright, safe somewhere. Он как бы предполагает, что, может быть, это был ложный вызов, может быть, это не парашютист упал, а просто был ложный вызов. Но похоже, что нет, потому что люди тоже снимали с небоскреба гудзон. И вот у них потом точно так же исчезло, вот как вот сейчас, видите, темнота. То есть, наверное, какие-то есть ограничения. У тех тоже стало черный экран. Хотя, видите, написано «Live». Вот написано лифт, вот это красное окошко. Это что люди как бы подключились вживую. Стрим. Вот они тоже отсоединились. Он, вернее, отсоединился. Почему они потом становятся черным окно, я не понимаю это. Звук есть, а изображения нет. Have a lovely day. If you're going outside, wear something not so heavy because it's a little chilly. Even if you're walking your dog. Have a nice day, y'all. Так, сейчас попробуем еще кого-нибудь.